А ты знаешь, что почему на самом деле в школе не учат финансовой грамотности? Замечал ли ты, что много в школе бесполезных предметов и как мало того, что может действительно помочь во взрослой жизни? И нет, это не случайность, а хорошо спланированная стратегия. Ты пока не забудь подписаться на меня, а я начну. Итак, государству невыгодно, чтобы его граждане были финансово грамотными и умели инвестировать. Ты сначала закончишь школу, потом институт, потом устроишься на низкооплачиваемую работу и будешь выплачивать кредиты до конца своей жизни. Тобой будет проще манипулировать, потому что все твои силы будут сосредоточены только на выживании. Потом также будут по тем стопам идти твои дети. Ну как тебе, нравится перспектива? Если нет, то начни изучать основы финансовой грамотности и инвестиций, чтобы уже через год твоя жизнь кардинально изменилась.